физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошел день открытых дверей для всех любителей фигурного катания. Ученики школы защищают Московскую область на всероссийских соревнованиях. Дополнительно в стенах ФОКа откроется школа фигурного катания Ирины Родниной для всех желающих. Возраст будет любой. Неважно, вам 30 лет или вам 4 года. То есть у нас будут регулярные занятия, но это не как школа. Это не подготовка спортсменов, это именно работа с теми, кто любит фигурное катание, кто хочет получить какие-то азы. Официально школа открывается осенью, однако уже летом начнут работать группы для тех, кто хочет научиться уверенно держаться на льду.